22 декабря во Дворце спорта имени Али Алиева города Каспийска состоялось масштабное мероприятие, посвященное годовому отчету народной газеты «Ас-Салам». Кроме того, в рамках данного мероприятия также прошел вечер дуа за Палестину и всех мусульман. Началось мероприятие традиционно с чтения аятов священного Корана. Гостей вечера ждала интересная программа. Это проповеди ученых нашей республики, исполнение мавлидов, розыгрыш ценных призов и жеребьевка на малый хадж. Здесь присутствует сейчас, в данный момент, людей, наверное, 1500, но, надеюсь, зал будет полным. Человек 3000, иншаллах, будет. Для них всех у нас есть от джамаата Каспийска маленькие пайки. Там, и также джамаат Каспийска. У нас есть меценаты, которые на себя брали умра. Среди подписчиков мы будем разыгрывать. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Гусейн Ункилов, председатель собрания депутатов города Каспийска Абдул-Вахид Джаватов, чемпион Европы по боксу Альберт Селимов и многие другие. Кроме того, гостями мероприятия стали палестинские семьи. И самый баракатный момент сегодняшнего мероприятия – это что с нами присутствуют наши баракатные палестинцы. Потому что Аллах их также называет, где они живут, баракатное место Аллах называет в Коране. И вот они, альхамдулилля, сегодня с нами. И как бы им тяжело не было оставить свои дома и вот так, чтобы с нами находились. Но это для нас, альхамдулилля, это баракат, это благодать. Мы будем стараться по мере возможности решать их проблему, иншаллах. В завершении мероприятия прошла жеребьевка, по результатам которой были избраны получатели путевки на святые земли и совершение малого хаджа.